Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем, как безопасно постричь собаку. Каждая собака нуждается в уходе за своей шерстью. Стрижка собаки – обязательная процедура, без которой любимец никогда не будет выглядеть красиво и аккуратно. Однако ее особенности и периодичность разнятся в зависимости от породы домашнего питомца и типа его шерстяного покрова. Но правила безопасности важны для всех. В избежание травм желательно, чтобы в процессе стрижки собака двигалась как можно меньше. Если возникает сложность добраться до определенных мест на теле животного или изменить угол наклона машинки, ножниц, то местоположение либо позу лучше изменить самому грумеру. Чтобы избежать повреждений кожи животного, стрижка должна производиться по направлению роста волос. Среди исключений только стрижка лап у пуделя. Машинка для стрижки должна двигаться параллельно коже, не вдавливаясь в нее. При наличии складок кожи на теле собаки необходимо разгладить их пальцами и лишь затем приступать к выстриганию этого участка. Не стригите машинкой собаку, шерсть которой грязная, влажная, а тем более мокрая. Во-первых, возрастает вероятность повреждения кожи питомца, а во-вторых, насадки ножи очень быстро затупятся и придут в негодность. После каждого сеанса стрижки тщательно осматривайте кожу животного. Если обнаружите порезы, непременно продезинфицируйте ранки. При обработке морды пса зафиксируйте свободной рукой его пасть, чтобы ваш любимец не цапнул вас рефлекторно. Приступая к обрезке когтей собаки, позаботьтесь о том, чтобы под рукой находились кровоостанавливающие пудры или карандаш. Даже опытные грумеры могут случайно вместе с роговевшей частью когтя задеть его живой участок. Процедуру можно осуществлять в ванной. Понадобится также специальный коврик с прорезиненной основой и мягким верхом, чтобы собаке было комфортно на нем расположиться. Бывает, собака, всегда спокойно переносившая стрижку, вдруг начинает капризничать и беспокоиться накануне процедуры. Это может означать, что во время прошлого сеанса она испытывала болевые ощущения. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.